Нижний Новгород посетили участники 5-го автопробега «Дружбы» 2019. По России за рулем автомобиля путешествуют обычные жители европейских государств. Они выступают в роли народных дипломатов. По их собственным словам, им надоело верить политикам, которые представляют информацию России в искаженном виде. В Нижегородской области участники автопробега встретились с представителями некоммерческих организаций, директором департамента внешних связей регионального правительства Ольгой Гусевой и заместителем министра внутренней, региональной и муниципальной политики области Сергеем Тарасовым. Свободное время посвятили прогулкам по городу, а также возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в Нижегородском Кремле. Автопробег по России продлится до 11 августа. Он завершится в городе Баутцен в Германии. Я здесь впервые, мне очень понравился вид на Волгу, архитектура, вообще по России, в городах, где мы были, очень чисто. Мы здесь для того, чтобы дружить, мы против той пропаганды, которая ведется в Германии. Мы приехали с женой и группой из 24 человек, чтобы показать, что народная дипломатия может наладить дружбу между народами. Очень приятно общаться с русскими, они очень открыты и всегда идут на контакт.